На этой неделе свои двери перед посетителями распахнул Даугавпилсский центр инноваций, который временно расположился в старом корпусе Даугавпилсского университета по улице Винебас 13. В гости ждут как малышей, так и более взрослых любителей увлекательной науки. Центр инноваций переехал в помещение университета несколько месяцев назад, когда в его настоящем доме по улице Винебас 30 началась реализация проекта повышения энергоэффективности. Чтобы не останавливать работы и позволить ребятам познавать многогранный мир науки в игровой форме и во время ремонтных работ, в помещениях бывшего читального зала ДУ временно была оборудована мини версия центра инноваций, где разместились самые интересные экспонаты. Начиная с понедельника мы открыли свои двери для всех желающих. К нам попасть можно по записи. Посещение длится 1,5 часа. В помещении можно пребывать 5 человекам. Это может быть не обязательно, наверное, с одной семьи. Может бабушка взять соседского мальчика привезти сюда, чтобы деткам было немножко интереснее вдвоем. В сцену входит обучающее занятие. Занятия всегда разные, в зависимости от возраста деток и, возможно, от интересов. Обязательно предварительная запись по телефону 29411895. В помещениях необходимо использовать маску, но если посетитель может предъявить действенный ковид-паспорт, использование маски не обязательно. Для больших групп, например, летних лагерей, разработаны специальные программы, которые проводятся на улице. Мне тут очень понравилось. Мы рисовали, клеили все и сделали ракету такую. Я не думала, то, что я сделаю, но сделала, классно получилось. Ракеты круто летали, пушка была. Надо было запускать их, попадать в цель. Надо было стараться, чтобы прицеливаться. Там очень, короче, круто. Провести веселые эксперименты можно и дома. На странице Центра инноваций Facebook опубликовано несколько идей для интересного и познавательного времяпрепровождения. Тем временем в помещениях Центра на Винебас 30 продолжается реализация проекта повышения энергоэффективности и создания новой экспозиции, в результате чего в Даугавпилсе вскоре появится Центр познавательной науки, который будет одним из самых современных в Латвии. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.